Привет всем, с вами Лига Music Wars. Как обычно, по открытие подарков мы пишем с одного дубля, поэтому кашляем, всяко разно веселимся, открываем подарочки. И по статистичке. У нас, ребят, 56 тысяч здесь и 172 тысячи тут. 56, так, там ничего не будет, но, в общем, это еще не интересно. Нам интересно то, ради чего мы это все делаем. Это мустанг, он 8 уровня у меня. Не знаю, если вытащу, то вытащу. В общем, все, что есть, я, получается, трачу именно на мустанга. Если будет, то будет. Эти я даже еще все не выкупил, у меня их там целое количество, но мне они не играют никакой роли, как я и говорил уже. Кольцо для меня это мертвый груз, он у меня валяется, эффекта от него нету. Влиялку я не бью, бью только мегаватты по определенному количеству, больше ни-ни. То есть, ну, фраза нафиг. Кому надо, ребят, влияние, те бьют. Я не тот человек. Ну, мы с него, наверное, начнем, потому что, как бы, вот, ну, как бы он нафиг. Так, ну давай. Ну, я предполагаю, что подарки будут такие же, как они проходят, ребята, у нас на 8 марта. Потом на 1 там, апреля у нас подарки. Потом у нас еще есть подарочки, как же его зовут-то? Ну, на 23 февраля. В общем, они вот с такой вот фигней идут, то есть там ничего не выпадает. Но хотя я уже 7 кольцо композитора, инквизитора. Все уже получил. Но это бесплатки. Здесь на эти я звезды, ребят, не трачу. Это все как бы так. О, даже ринг достался. Ничего себе, я богатый. Я человек с рингами. О, и еще энергия. Круто. Завтра побью народу. Так, что-то я как-то... Давай Мару пробуем. Мне больше всех те подарки интересуют, как раз на их открытие. Ну, Мара не должна выпасть. Это 10, это те, которые бесплатные. Я ни одной звезды сюда, говорю, тоже не потратил. Не хочу просто. У меня Мара нормально выточена на плюс 13. Ну, выше я, ну, никак ее не вытащу. Ну, да, это логично. Нереально. Ну, если я мустанг еще вытащу там, до 10-го, это будет просто жесть. Думаю, что нет. 60 подарков, скорее всего, все подход. 250. Блин, сколько этих идет, энергии по 12. Не, я столько боев. Кто-то из ребят мне тут написал, что вытащили здесь. Ну, Стасян, я знаю, что писал. Сказал, что вытащил 10-го. Потратился очень много. МС сказал, что вкинул 9к 340. Ну, 20 есть уже. 20 подарков минус. Да. Так что сказать, ну что ты ждал? Доктор, вот что ты ждал от этих подарков? Что будет что-то адекватное? Вон звезды тебе сыпят, тебе хватит. Что тебе еще надо? Смотри, 1600 звезд насыпал. Вообще прям можно засыпаться. Ну это сотню подарков надо, наверное, на один уровень. Получается, считай, с 8 до 9 уровня вкачать, ну, я не знаю. Хотя кто-то говорил, что выпадает и так. Да и ладно. Не критично. Позвал я вкидываться в эти акции, я не буду. Нафиг, короче, их нафиг, потому что эффекту нет никакого. И осталось 10 подарков. Короче, 66 подарков и ни одного. Да? Ну давай, не будем загадывать еще десяточек. И
Вот вам примерный дроп, прям просто суперский. В общем, в среднем получается, сколько это? Ну, 60 подарков по этим. Давайте посчитаем. Мимоходом. Ну, сколько звезд слито? Ну, 20 тысяч примерно. Это так, да? А, нет, выпал один. Один выпал, то есть получается 60-70 подарков. Ну, выкупил, получается, один мустанг выпал. Ну, еще одну я не вытащу, ребят. Десятый это уже чудо какое-то. Ну, хотя бы один выпал. Я говорю, что один может еще и скачается, но два это просто из разряда нереально, конечно. Выкачать. Это какое-то чудо должно произойти. Должны как разверзнуться небеса, там ударить молния какая-то. Ну, в общем, ребята, смотри, здесь у нас получается 10 тысяч вышло, да? 170 было. И здесь, ну, и здесь тоже копейка, 56, там 4. Ну, 7 тысяч, короче. Ну, их я коплю тут. Ну, дроп увидели. В общем, дроп не сильно хороший, но зато у нас выпало вон бои у нас выпали, энергетиков выпала целая гора. Вот тут у меня еще шоколадных гремлинов 13. Но это я скручивал, мне нужны были звезды. Как перед открытием, видите, я тут опять скрутился. Фрэнки мне не выпал, конечно. Ну, ладно. Ну, примерно как-то так. В общем, ребята, видео коротенькое. Главное, оно информативное. В общем, 1000 звезд. Ну, 1900 звезд, получается, один мустанг, 70 подарков, то есть все просто супер. Ладно, всем, ребят, всем счастливо, спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки и не открывайте эти подарки. Нафиг, нафиг вообще такой дроп.